Как продлить срок службы оборудования и для чего это необходимо, слушатели лекции узнали от человека сведущего. Вице-президент компании SMS Group, ведущий мировой производитель металлургического оборудования Pino TZ, рассказал о понятии жизненного цикла и его управлении. Сегодня мы говорили о понятии жизненного цикла, его управлении и поговорили о задачах. Люди думают просто, они хотят иметь какие-то материальные вещи и наслаждаться их качеством и долговечностью. Но потребительский маркетинг поворачивает все в свою пользу и думает о том, чтобы выпустить новые продукты с более коротким жизненным циклом и заработать на этом больше денег. В нашей индустрии это не так. Более 5 лет компания сотрудничает с ЮРГУ. Студенты вуза проходят стажировки на предприятиях подразделения в России и Германии. Студент-магистрант Политехнического института Максим Ануфриев был отобран на конкурсной основе для прохождения практики в SMS Group в Германии. Узнав о том, что в университете состоится лекция Pino TZ, решил непременно ее посетить. Лекция была очень полезной. С той точки зрения, что господин Pino TZ, он дал нам понимание того, как строится современный бизнес. Программа называется у них «Индустрия 4.0», когда весь бизнес выстраивается не вокруг продукта, а вокруг услуги. Сотрудничество вуза с ведущими мировыми корпорациями положительно сказывается не только на образовательной деятельности, но и научно-исследовательской. Результатом данного взаимодействия стало создание международной лаборатории механики, лазерных процессов и цифровых производительных технологий.